Спортивная школа «Авангард» на сегодняшний день представлена в 6 отделениях по видам спорта. Дети у нас могут заниматься такими видами спорта, как футбол, включая женский. Это борьба, бокс, карате, теннис и настольный теннис. Всего в спортивной школе у нас занимается 543 воспитанника. Возраст детей начинается от 7 лет до 18, но также у нас есть и женская взрослая команда, где представлены девчонки не только 18-19-летних, но есть и старшие тоже девочки 30 лет. У нас в спортивной школе на данный момент работает 20 тренеров. Мне, я считаю, очень повезло с тренерским контингентом, нам очень повезло с тренерским контингентом, потому что все наши тренеры имеют, во-первых, соответствующее образование и соответствующую квалификацию. Многие из них были в бытность спортсменами очень успешными, и сейчас они все свои знания и умения передают нашим юным подрастающим поколениям. Спрос есть, он достаточно устойчивый. Конечно, мы не можем похвастаться нашим территориальным расположением по сравнению с другими раменскими спортивными школами, но тем не менее среди жителей ближайших территориальных управлений и даже среди жителей города Жуковский и Раменска наша спортивная школа пользуется интересом, спросом. Наполняемость отделений не вызывает никаких вопросов. И если вдруг вы хотите вашего ребенка отдать в руки умелых специалистов, мы вас очень сильно ждем у нас в гостях. Слава Богу, прошли уже времена тотальных ограничений, с которыми мы столкнулись в 2020 году. Многие соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса. Сейчас же мы возвращаемся в то соревновательное русло и возвращаемся с достаточно серьезными результатами. Я бы выделил два основных события для нашей спортивной школы в этом году. Первое – это успех наших девочек 2008-2009 года рождения. В начале лета, в июне, они выиграли турнир под названием «Кожаный мяч» подмосковный и уже отправились в город Астрахань, где проходило уже первенство, скажем так, России. Среди 16 лучших команд показали достаточно неплохой результат. После этого, совсем недавно, они уже выиграли первенство Московской области по футболу. И буквально завтра также отправляются уже в город Ессентуки, где пройдет финальный этап, где наши девчонки будут представлять Московскую область, что для такой небольшой спортивной школы достаточно серьезный и хороший результат. Также отмечу выступление наших борцов. Морарь Максим и Голубь Алиса стали победителями первенства России по грэпплингу в этом году и должны были отправиться на первенство мира, которое будет проходить осенью в городе Уфа, но, к сожалению, опять же, эхо пандемии, соревнования в этой возрастной группе отменены, и, к сожалению, у детей срывается такая великолепная возможность поучаствовать, побороться с лучшими спортсменами планеты в их возрасте. Но ничего, мы нос не вешаем, смотрим в будущее оптимистично. Я надеюсь, что в следующем году спортсмены также докажут свою состоятельность. В спортивную школу «Авангард» можно записаться через портал МосРЭК, либо обратиться в администрацию спортивной школы, где уже наши сотрудники подробно расскажут, как это необходимо сделать.